Лёша! Лёша! Итак, в финал вас вышли Саша из 9-го отряда и Алексей из 8-го отряда. И прямо сейчас мы узнаем, кто станет чемпионом страны по скалолазанию. Лёша! Лёша! Это моя койка. Я уже четвертый раз вейкаю. Всегда занимаю нижнюю у окна. Эта койка тоже занята. Здесь будет Стас. Он сейчас придет. Лезь наверх. Всем привет. Ты занял мне койку? Наверняка для каждого из вас есть человек, на которого вы хотели бы быть похожи. Именно этот момент раскрывает схема «быть, делать, иметь». Быть – это кем человек должен быть, какими качествами обладать, чтобы получить результат. Делать – это конкретные действия, которые позволяют вам... Я слабый. Меня никто не воспринимает серьезно. Но я целеустремленный и умный. Это быть. Я хочу стать лидером, чтобы помогать людям. Это иметь. Лидер — это то, как тебя оценивают другие. Нужно показать всем, какой я на самом деле, или каким я могу стать. Нужно работать над собой. Это делать. У меня завтра такой же будет. Я самая красивая, поэтому у меня все есть и всегда все будет. Куда пойдем? А почему не по лестнице? Погода хорошая. Ты дебил? Зачем уши напялил? Иди рядом. Гелендваген. А мой папа вообще весь АКМ купить может. Я в таком грязном море не купаюсь. Вот мы недавно в Дубаях были, вот там красиво было. Как ли это не
гречка неправильно сварена, пельмени все слиплись. Вообще не айс. А я вообще на правильное питание. А у меня здесь мама работает. А я живу рядом с Путиным. Дня на просвете. Лимита нет. Только на 100 тысяч могу купить. А у меня самая дорогая собака в мире. А мне папа каждый месяц новый телефон покупает. Что творится? Где их явное лидерство? Алексей подождал своего соперника, и они финишировали одновременно. Жду тебя сегодня на дискотеке. Я тебя лично тренировать буду. Ура!